Альфия Сабирова, увидев коммунальную квитанцию, расстроилась. В графе «Отопление» она ожидала увидеть меньшую сумму. Ведь батареи в ее трехкомнатной квартире стали горячими только 26 сентября. За 5 дней отопления предъявили счет 703 рубля 90 копеек. За объяснениями наша телезрительница обратилась в управляющую компанию. Правда, помочь ей там то ли не смогли, то ли не захотели. Отправили в департамент ЖКХ. Сначала вот поэтому 42, 43, 70 департамент приемный. Из департамента меня переправили 42, 43, 73. Я туда позвонила, Мороз там, я у нее фамилию спросила, Мороз. Она переправила меня 42 обратно вот приемный департамента. Если нас, стариков, таких стариков уже свои отработа не слушается, этот вышестоящий, а кому нам обратиться-то? Стасбург, что ли? Устав звонить жилищникам, пенсионерка позвонила нам, а мы, в свою очередь, еще раз проделали ее путь. Директор управляющей компании «Жилтехсервис» нас, как и Альфию Мингизатовну, перенаправил в департамент ЖКХ. А вот руководители этой организации нас выслушали. Ситуацию со звонками пенсионерки в департамент назвали недоразумением. В ее случае обещали разобраться. И очень удивились, почему в управляющей компании ей, как и нам, не смогли помочь. Управляющая компания, если человек обращается, управляющая компания может запросить данные, или не то что может, должен запросить данные по потреблению этим домом за какой-то период и объяснить человеку, вот у вас в этом месяце есть прибор установлен, он технически исправен, когда проведено техническое обслуживание, госповерка этого прибора и какое потребление, за какой промежуток времени показал прибор. Сейчас звонков о начислении платы за отопление много. Новая система, когда мы платим по факту, только начала действовать. Принцип расчета не все понимают. А сумма зависит от многих факторов. Инженерной системы, самого дома, сроков подачи отопления, температуры воздуха на улице и в квартирах. Потому сумма у всех разная. К тому же сентябрьская квитанция не показатель. Идет наладка системы отопления, идет где-то в течение 2 недель. И во время пуска тепла, конечно же, бывают свои издержки. То есть мы же не можем, вот нет в одной квартире тепла, мы не можем только один кранчик открывать, прогонять воздух. По целому дому прогоняет всю систему и налаживает циркуляцию теплоснабжения. Вот это и называется издержки пуска тепла. В октябре, обещают коммунальщики, ситуация станет более понятной. А если вопросы останутся, то отвечать на них должны специалисты управляющих компаний. В департаменте ЖКХ намерены провести еще одно совещание с директорами управляющих компаний для того, чтобы напомнить им о том, что все разъяснения по поводу начисления платы за отопление должны давать именно они. Евгения Корбакова, Ренат Харасов, Новости НТР.